Я, мне просто интересно, как все это типа. Блин, только начала снимать. В смысле, мы на знаке «Уступи дорогу»? Не главное на Ленина. А «Уступи дорогу» уже над тем знаком, что налево. Это относится ко всем полосам? Нифига. Ну так что фактически мы тут действительно не проедем. Если вот не наглеть так. Ну вообще-то да. Если так, то пропустит подобное. А почему никому не позвонят и не скажут, что на перекрестке вот такая-то проблема? Потому что все на дне области. Все беды в центре сейчас. Потому что ты не понимаешь. Даже если один затормозит, а трое чё? Ты же меня сигналит, я не понимаю. Да езжай уже, чё тебе. Ну вот, видишь, не так плохо. Но все равно, видишь, создается прям такая. Я, мне просто интересно, как все это типа. Блин, только начала снимать. Я тут сейчас чувствую. В смысле, мы на знаке «Уступи дорогу»? Не главное на Ленина. А «Уступи дорогу» уже над тем знаком, что налево. Нет. Это относится ко всем полосам? Да. Нифига. Ну так что фактически мы тут действительно не проедем. Если вот не наглеть так. Ну вообще-то да. Если так, то пропустит подобное. А почему никому не позвонят и не скажут, что на перекрестке вот такая-то проблема? Потому что все на дне области. Все беды в центре сейчас. Потому что ты не понимаешь. Даже если один затормозит, а трое чё? Ты же меня сигналит, я не понимаю. Да езжай уже, чё тебе. Ну вот, видишь, не так плохо. Но все равно, видишь, создается прям такая. Ай-ай-ай. Я, мне просто интересно, как все это типа. Блин, только начала снимать. Я тут сейчас чувствую. В смысле, мы на знаке «Уступи дорогу»? Не главное на Ленина. А «Уступи дорогу» уже над тем знаком, что налево. Нет. Это относится ко всем полосам? Да. Нифига. Ну так что фактически мы тут действительно не проедем. Если вот не наглеть так. Ну вообще-то да. Если так, то пропустит подобное. А почему никому не позвонят и не скажут, что на перекрестке вот такая-то проблема? Потому что все на дне области. Все беды в центре сейчас. Потому что ты не понимаешь. Даже если один затормозит, а трое чё? Ты же меня сигналит, я не понимаю. Да езжай уже, чё тебе.